Недавно мне рассказали один поистине очень печальный случай, и, клянусь Всевышним, я расплакался. Эту историю рассказал мне один человек. Он говорит: «Однажды я шел по улице и увидел человека, который сидел, схватившись за голову. Он сидел и просто отчаянно проводил руками по голове. Итак, тот человек, мой знакомый, проходил мимо сидящего и не мог понять, мусульманин он или нет. Не было никаких признаков, по которым он мог бы сказать, что тот мусульманин. Тем не менее, он остановился и обратился к сидящему: «Дядя, с вами все в порядке? Все ли у вас хорошо? У вас болит голова или что-то другое случилось?» Сидящий человек сказал в ответ: «Что мне сказать тебе, сынок? Мое положение очень и очень тяжелое. Я переживаю нестерпимую боль». «А вы откуда?» – спросил мой знакомый. Тот рассказал, из какой он страны и кто он по национальности. И по невероятному совпадению они оба оказались из одного города. Они были из одного города. Я не буду упоминать страну, в данном случае мы собрались не для того, чтобы плохо отзываться о какой-либо национальности, поскольку мы одна умма. Национализм не имеет ничего общего с исламом. Мы мусульмане, и мы все одна умма». Тот человек, мой знакомый, подошел к сидящему, присел рядом с ним и сказал: «Хорошо, дядя, что у тебя случилось?» Он сказал: «Послушай, сынок, хотел бы я объяснить тебе всю ту боль, которую я испытываю. Как бы мне хотелось поделиться с тобой своими переживаниями». И он начал свой рассказ. «Я приехал сюда в 60-е годы. Сам я из простой семьи, у нас почти ничего не было. У нас не было абсолютно ничего. По милости своей Всевышний привел меня сюда. Постепенно все начало налаживаться. Я женился, у меня родилось двое детей. Но моей постоянной заботой стало то, что я хотел иметь крупный счет в банке. Я мечтал о большом и просторном доме. И я начал работать день и ночь, чтобы осуществить свои планы. На данный момент в моем владении 11 домов. У меня также есть пара магазинов, в общем, с деньгами нет никаких проблем. Что касается денег, то все мои заботы разрешились. Я состоятельный человек. Но однажды я осознал, что зашел слишком далеко, и сейчас мне необходимо что-то кардинально изменить и вернуться к тому моменту своей жизни, когда для меня имели значение другие ценности». И далее он продолжал. «На данный момент я оказался в следующей ситуации. Мои дочери повзрослели, они начали ходить по ночным клубам. Несколько раз я видел собственными глазами, как они приводили посторонних мужчин в мой дом, и они совершали прелюбодеяния у меня дома. Клянусь Всевышним, я не придумал эту историю, чтобы произвести впечатление на вас. Вовсе нет. Но вся эта ситуация – позор для ума мусульман. Такая ситуация вполне может произойти и происходит сегодня». Затем тот человек, рассказывая свою историю, начал плакать, и в какой-то момент он зарыдал очень сильно, а затем сказал следующее. «Когда я обратился к своей дочери и сказал ей: „Доченька, постыдись, ты ведь женщина, прояви уважение, о котором ты позабыла“, а в этот момент от нее как раз уходили мужчины, они были там и затем уходили. Я сказал ей: „Ты думаешь, они переживают за тебя? Они видят тебя полуголой, ты для них легкая добыча. Пришел, сделал свое дело и до свидания. А потом многие даже не вспоминают о тебе, не могут вспомнить, кто ты“. Я сказал все это своей дочери и затем попросил ее: „Послушай, дочь моя, пожалуйста, ради Всевышнего, остановись, перестань это делать“. Она ответила: „Ты старик, закрой свой рот, я буду делать все, что захочу“. А мать встала на сторону дочери. „Оставь ее“, сказала она, „у нее своя голова на плечах, она имеет право делать все, что хочет“. „Мы живем в свободной стране“, сказала она. Да, хвала Всевышнему, мы живем в свободной стране. Но означает ли это, что мы должны отказаться от принципов ислама? Неужели мы пожертвуем учением посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям? Вы только представьте себе ту боль, которую испытывает пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в могиле, когда до него доводят ситуацию, в которой пребывает его умма. Прекрасная молодая девушка из моей уммы потеряла самоуважение и стыд и покрыла себя позором. И возникает вопрос: а что отец делал все эти годы? Тот человек сказал следующее: лучше бы я не имел ничего и жил бы на пособие или был бы бездомным, но мои дочери были бы спасены от позора. Мы не знаем, насколько печальное положение нашей уммы. Мы правда не осознаем масштаб трагедии, но есть и другие многочисленные примеры. Лично я знаю несколько печальных случаев, которым я был свидетелем.